является последним крупным. Московская лыжня проводится уже в 13-й раз и является московским этапом лыжни России 2010. На профсоюзной олимпийской базе «Планерная» в первое воскресенье февраля соберутся любители лыжных гонок из Москвы и Московской области, а также спортсмены из других регионов России. Заявки на участие поданы из Брянска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тулы, Новокузнецка и других городов России. География обширна. Что уж говорить, московская лыжня становится поистине региональным событием. Московская лыжня – это апофеоз всех многочисленных лыжных соревнований, которые в Москве проходят, как только выпадает снег. У нас даже 31 декабря проходят лыжные соревнования перед Новым годом, допустим, в Бетцевском лесопарке, в обязательном порядке, как традиция. У нас проходит легкоатлетический пробег в ночь из одного года в другое, в ночь с 31 декабря на 1 января ежегодно и так далее. И вот московская лыжня, конечно, это апофеоз всех вот таких массовых вещей. Посмотрите, участников в прошлом году 18 тысяч. Сегодня два дня работала мандатная комиссия, 8,5 тысяч. Ну, это удивительная вообще цифра. Хватит ли номеров, мы вот сейчас обсуждаем как раз. Среди приверженцев здорового образа жизни, подавших заявки на участие в соревнованиях, и стар, и млад. На лыжне вместе с родителями выступают дети, начиная с 2-3 лет. Наравне с ними на старт выходят ветераны. Ветераны участвуют не только на 10-километровой дистанции, но участвуют и на 40-километровой дистанции. Это удивительно, конечно. И возраст превышает участников 80 лет. И мы сейчас даже планируем, думаем, что, может быть, и будет кто-то из участников Великой Отечественной войны, потому что лыжня посвящена 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Свое дальнейшее развитие получит и благородное начинание прошлого года. Учитывая, что 2009 год был в Москве объявлен годом равных возможностей, и мы впервые провели эти соревнования, практика показала, что они нужны не только в год равных возможностей, но и постоянно. И в этом году мы проводим второй раз. Для инвалидов подготовлена отдельная трасса, отдельные дистанции. Они будут также доставляться автобусами и участвовать в этих соревнованиях. Московская лыжня – одно из главных событий зимнего сезона в столице. Его ждут, к нему готовятся. Остается лишь гадать, какое число участников встанет на лыжи в этот раз. Ведь из года в год соревнования становятся все более популярными. Все у нас там будет горячее.